Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт на автофарм в Jailbreak. Как вы знаете, то что старый скрипт на автофарм пофиксили, вот его вот недавно обновили, и теперь он работает совсем по-другому. То есть там тпхается к банку и ювелирке совсем по-другому, чтобы ее ограбить. Для этого нам, как всегда, потребуется чит, ссылочка будет в описании, буду использовать свой личный стар. Значит, смотрите. Чтобы нам заинжектиться, нужно нажать на вот эту кнопочку Inject. Здесь работает полностью автоинжект. Так, ждем, пока заинжектимся. Сейчас получается EX должно высветиться. Easy Exploit. Все отлично. Все, мы заинжектились. Так, и теперь вставляем вот сюда скрипт с описанием. И активируем. Так, вот он появился, как видите. И он сразу начинает работать. Вот, я сначала, получается, тпхнулся к машине, потом к другой машине, как видите. Потом вообще под карту, и вот только после этого тпхнулся в банк. Вот, как видите, он полностью сам грабит, все работает. Также он обходит вот эти лазеры, чтобы урон не наносился. Так, все отлично, получил 2000. Сейчас вроде бы как он должен тпхнуться на базу. Так, значит, смотрите, у меня денег 112 тысяч. Да, все прибавилось, 114 тысяч стало. Как видите, работает. Так, теперь он, получается, ждет 5 секунд. И идет грабить что-то такое. Скорее всего, трейн будет. Я так думаю. А, нет, не трейн, окей. Дроп решил, скорее всего, взять. Так, ну все, прибавилось 1500. То есть 1500. Так, и... Как видите, прибавилось. Отлично. Так, опять 5 секунд ждет. Ага, теперь он решил, получается, банк ограбить. А тогда была, получается, ювелирка. Ну окей, без разницы. Так, ну, как видите, он сначала тпхнулся в банк, потом опять от банка, и потом сейчас опять в банк. Так, и, по идее, он сейчас должен грабить. Так, пишет opening валют, то есть он открывает валюту. А, все понял. Он, короче, открывает дверь. Ну все, как видите, все работает. Деньги прибавляются. Ну, скрипт полностью рабочий, его обновили. Ссылочка, повторюсь, будет в описании. Ну, на этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был Ace1. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.